Добрый вечер. Я опять нахожусь перед Шевченковским отделением полиции. Здесь сегодня была ситуация с попыткой суицида. Это не была попытка суицида, это была попытка выдвинуть требования, стоя на четвертом этаже у открытого окна. Оно до сих пор, кстати, открыто. Вот здесь елка. А вот елка, верхушка елки, все, кто находится на входе окна. Вот в том окне стоял парень. Атошник, зовут его Алексей, боец батальона Святой Марии, вот, которого задержали здесь, не здесь, задержали его на телеканале «Наш». И привезли сюда, здесь уже он сумел каким-то образом забраться на окно. Посмотрите мой стрим, тут есть стрим, там больше часа этот стрим шел, и он стоял, в общей сложности он больше полутора часов простоял здесь в окне, на четвертом этаже. Угрожаю, что он спрыгнет вниз в случае, если не будут выполнены требования, которые он выдвинул к министру Авакову и к органам вообще внутренних дел. Требования частично были выполнены. Полицейских, которые разгоняли митинг возле телеканала «Наш», по ним будет проведено служебное расследование, были ли законными их действия по разгону этой акции. Ну, это еще будет сделано. Он также требовал, чтобы сюда приехал Аваков не доехал, зато приехал какой-то замначальника главка, который пообещал расследовать перед журналистами. Ну, посмотрим, сколько там оно произойдет, это расследование. Вот, но дело даже не в том, тут была еще также активистка небезызвестная, хорошо люди ее знают, многие, Вита Заверюха, вот, которая зашла узнать о судьбе ребят, которые были задержаны в РОВД после вот этих событий у телеканала «Наш». Вот, пока она туда зашла, ее тоже задержали. Она сейчас тоже здесь находится. Там находится и Алексей этот, и Вита Заверюха. Так что будем, я не знаю, дождемся ли мы, когда они отсюда выйдут, и, ну, Алексея это выпустят, потому что он сам зашел с ними туда, и к нему особо, я так понимаю, претензий нет. А по Вите Заверюхе, я не знаю, ее могут и задержать, потому что говорят, что на нее написали. Кто-то на нее написал заявление, кто-то мне пока что неизвестно. Здесь сейчас находится буквально группа небольшая, может, человек 5-10 сторонников тех ребят, которые попали здесь, были задержаны днем у телеканала «Наш». Надо слово сказать, что уже всех отпустили домой, вот, кроме Алексея. Но он тоже скоро, судя по всему, уйдет. А вот о судьбе Виты Заверюхи я пока ничего не могу сказать, потому что, возможно, ее и задержат, возможно, нет. Ну, вот такие вот новости из Шевченковского райотдела внутренних дел Украины.